Итак, всем здрасте, с вами я. Не буду делать долгое вступление и перейдем к сути. Как вы помните, в прошлом видео я сделал... я ничего не сделал особо нового, только еще добавил пульт. Но сегодня я пытаюсь сделать побольше, чем в прошлом видео. Итак, как только я открыл Unity, то сразу начал лепить интерфейс. Для начала я понял, что игрок даже не знает, какого у него уровень доступа. И, разумеется, это надо исправить. И вот, собственно, что получилось. Далее я так и подумал, а хотя, кого я обманываю, я уже заранее установил для себя, что надо сделать диалоги. Сделав прекраснейший интерфейс, я начинаю делать всякие скрипты, там что еще эти ваши программеры говорят. Короче, вот что смастерил. Мне кажется, что неплохое блюдо получилось. После этого я подумал, что какая-то эта локация ущербная, поэтому я начинаю создание новой локации. Большой локации, огромной локации, но для начала надо снести предыдущую халупу. После чего я пошел играть в осаду. Гы. Да как? Серьезно? После создания главной локации я понял, что в блюзе не хватает перца, а именно свежемолотых звуков и в... А именно свежемолотых звуков из без... Короче, БФХР, да. И вот несколько звуков, что у меня получилось. Итак, почти у любой игры есть обучение, правильно? Правильно. Поэтому отходим немного подальше и ложим вот такой кусок глины. Но уже из этого куска глины я буду делать стены, как Ван Гог скульптуры из цемента в 1980 году. Или я что-то путаю. Да не важно. Самое главное, что инструмент для разработки готов. И теперь остается только лепить локации. Итак, вернемся к обучению. В общем, вот. К сожалению, я не доделал обучение, но в следующем видео обязательно сделаю. Ну а сегодня, друголёчки, все, пока. С вами был я, Дед Райс. Пока. Мне надо потянуть хронометраж до 5 минут. Поэтому здесь будет просто нарезка того, что я делаю. Окей? Окей.